На сайте Российской общественной инициативы была выдвинута инициатива оценить 8 марта под праздник. Как вы к этому относитесь? Вы считаете, автор считает, что несправедливо, что у женщин есть свой праздник только по половому признаку, а у мужчин нет. Потому что он аргументирует это тем, что 23 февраля все-таки не то, что не мужской праздник, а День защитника Отечества. То есть поздравлять должны именно защитников, а не всех мужчин. С этим я согласен. Несправедливо. Несправедливо, что все мужчины поздравляют. Я праздник тех, кто защищал, служил в армии. Хорошо. И вы не считаете, что должен быть аналогичный праздник женскому дню? То есть есть женский день и мужской день? Должно быть что-нибудь придумать. Можно придумать. Интересно было бы. Но отменить женский день вы не будете. Столько времени отмечает женский день, поэтому любая женщина готовит. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста.